В Славянском районе продолжаются расширенные сессии советов поселений. В нашем репортаже мы расскажем об этом важном мероприятии, которое состоялось в поселке Рисово. Глава сельского поселения выступил перед депутатами местного совета и жителями с докладом о проделанной в минувшем году работе. В работе, очень важной для поселения сессии, участвовали заместители главы Славянского района и руководители структурных подразделений. Глава Рисового сельского поселения рассказал о том, что администрация старается держать руку на пульсе всех житейских проблем жителей. Здесь своевременно отвечают на обращения граждан. Используется и такая форма работы, как личные приемы главой поселения. Больше всего обращений по вопросам благоустройства, и они решаются по ходу поступления. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме более 15 миллионов 700 тысяч рублей, более половины – бюджетные поступления. И пошли эти деньги прежде всего на социальные нужды и благоустройство. В поселении приняли участие в краевой программе развития сети автомобильных дорог. 5 миллионов 638 тысяч – средства краевого бюджета и 296 тысяч – средства бюджета поселения. По данной программе выполнен капитальный ремонт дорог в асфальтном исполнении по улице Набережная, улица Мира, Степная и улица Ленина. Также глава поселения рассказал о работе, проделанной в коммунальном хозяйстве, социальном обслуживании граждан, сфере культуры, молодежной политики. Большое внимание уделяется здесь физкультуре и спорту, пропаганде здорового образа жизни. В докладе подробно осветили все вопросы жизни поселения. Затем прозвучали вопросы с места о том, что волнует жителей. Больше всего спрашивали о ремонте дорог. Сегодня мы готовим документацию по улице Октябрьской, вдоль школы, да, вот это Октябрьская, чтобы полностью положить асфальт. Закончим сейчас дорогу асфальтированием, потом перейдем все-таки к улице Казачьей. Есть мусор, батарейки, опасные лампы. Да. Куда это нести? Это несете в администрацию, Любовь Алексеевна, на специальный есть контейнер. Есть. Саня, объясните, пожалуйста. Да, объясню. Также прозвучал вопрос о качестве медицинского обслуживания, работе амбулатории. Заместитель главного врача Центральной районной больницы подробно на него ответила. Работа главы поселения на сессии была признана удовлетворительной. В целом жители довольны уровнем благоустройства. Улучшение, конечно, наблюдается. Во-первых, асфальт. Это для нас самое главное. Почти все дороги, уже все улицы были асфальтированы. Все жители, администрации, начальство, все стараются, чтобы мы здесь жили. Население процветало, всем было хорошо. Вместе с тем, в поселении не намерены останавливаться на достигнутом. На текущий год поставлены новые задачи по благоустройству, которые здесь намерены решать при действенной поддержке районных и краевых властей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».